Всем привет! Вы на канале Ульяна Страна Бумажек. У нас распаковка бумажных сюрпризов. И у нас сегодня целых две новиночки. Первая новинка — это коллекция кексики. Вот такие вот здесь красивые пакетики. Вот. И коллекция Хэллоуин. Тоже очень красивые пакетики, но тут простые у нас. И вот такие вот. Ну что ж, давайте выбирать пакетики. Коллекция картинки. Давайте вот этот вот. Так. Коллекция «Что я люблю?» Я возьму маркер. Сегодня закончим одну коллекцию. Даже две коллекции. Это коллекция карты Уна и ночники. Берем эти два пакетика. Лягушата. Я возьму обычный лягушонок. У нас какая-то зеленая распаковка получается. Сегодня также заканчиваем третью коллекцию. Не увидела. Это коллекция кольца. В следующем видео мы с вами закончим коллекцию на 1000 подписчиков. Берем вот этот. Этот оставим праздничный такой типа. Коллекция от моей одноклассницы Сони. Я беру вот этот. Хотя давайте вот этот. Наша новинка Хэллоуин. Давайте возьмем тыковку. У нас большая распаковка получится. И коллекция кексики. Давайте возьмем с вишенками. Давайте сосчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 пакетиков. Мы начнем с коллекции карты Уна. Мы ее сегодня закончим. Так, давайте все сюрпризики положим сюда. Вот. Откроем. И попалась желтая карточка с... Я забыла, как зовут этого персонажа. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот. На такой карточке мы заканчиваем сегодня нашу коллекцию. Оп. Готово. Давайте покажу коллекцию полностью. Конечно, сейчас карты Уна не особо так популярны, но я разрешаю брать идейки, у кого нету. Коллекция яркая. Вот. Красивая. Ну, попрощаемся с этой коллекцией. Дальше коллекция ночники. Вот такие нам ночники пока попадались. И сегодня нам попадется ночник по номерам 5. Вот наш пакет. И нам попалась куала. Конечно, она под номером 5 будет. Готово. Коллекция полностью. Первая страничка. Мне особенно слоник очень нравится. И вот этот мишка. Вот такая коллекция. Закончим коллекцию кольца. Это у нас как бы была такая книжечка. Мы открывали пакетик и распаковывали. Попалось вот такое вот колечко. Мы заканчиваем на таком колечке нашу коллекцию. Куда мы его приклеим? Давайте вот сюда. Аккуратненько. Готово. Такая у нас прозрачная страничка. И вот такие наклеечки. Что я люблю? Посмотрим, что попадется сегодня.
Нам попалась подушка, и это означает, что я очень люблю поспать. Вот. Ну, мне кажется, все любят поспать. Даже, конечно, естественно. Так, куда? Давайте вот сюда, наверное, приклеим. Такая красивая страничка. Мне особенно нравятся суши, как я их нарисовала. Коллекция на 1000. Коллекция на 1000 подписчиков. Так, у меня уже 2000. Корги. Знаете, что это обозначает? Это что эта коллекция, можно сказать, она у меня такая самая популярная на канале. Но она набрала очень много просмотров. Она набрала где-то 500 просмотров, что ли, просмотров. Если я не ошибаюсь. Сколько раз я сказала просмотров? Напишите в комментариях. Может, я ошибаюсь, но это очень красивая и популярная коллекция на моем канале. У меня даже остались пакетики от нее. Я эти пакетики храню. Так, ну куда мы приклеим? Давайте, знаете, вот сюда оно влезет. Только давайте вот так вот. Вот. Так, недоделанная коллекция. Простите, что так не могу ее доделать. Все появляются новые и новые идеи, а эта коллекция так и не доделывается. А если мы уже закончим каталог, я так и не доделаю эту коллекцию. Хотя еще листиков примерно много. Ладно, открываем мини-коллекцию. Попалась. Ой, смотрите, какой милый лягушонок. Смотрите, это он в плавательном круге, что ли? Вот. Такой хорошенький. Переклеим. Мне очень нравится эта коллекция, особенно эта наклеечка, потому что я люблю лягушат и люблю их рисовать, они такие милые получаются. Коллекция картинки. Смотрите, какая коллекция, ой, точнее, картинка нам попалась. Очень красивая. Приклеим. На какую страничку бы нам приклеить? Давайте приклеим вот сюда. У нас страничка закончена. То есть мы будем каждые по 2 наклейки клеить вот так вот. Дальше коллекция от Сони, моей одноклассницы. Коллекция. А, я поняла, это коллекция надписи. С таким милым котиком, видите, такой рыженький. И нам попалась надпись «Прив». Привет! Так. Давайте будем их вот так вот клеить. Наша новинка – кексики. Вот такой вот кексик нам попался. Посмотрите, какой он яркий, красивый такой. Вот. Вот. Смотрите, как оригинально страничка украшена. И коллекция Хэллоуин. Я страничку ничем не украшала. Просто будем клеить наклеечки. Нам попалась, естественно, тыковка. Вот. Тыковка – это символ Хэллоуина. Вот. Если вам понравилось видео, и в том числе наши новиночки, пожалуйста, поставьте лайк. Я для вас очень сильно стараюсь. И давайте добьем 2500 подписчиков. Всем удачи и пока-пока.